Прыгажосцю мода на службе у доброчынности. Angel Fashion Show 2021 отбылося у Гомеле. Мероприемство ладили разом Центр моды и прыгажосці «Хрустальная нимфа» и Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа». У программе были показы дизайнерского одения, конкурс на лепший костюм «Анёла», музычные нумары. Головная мета фэшн-свята – сбор ахвяраванняў на корысть подопечных «Червоного крыжа». Сама идея, она на протяжении многих лет и так уже витает в воздухе. Благотворительность всегда была актуальна. Единственный вопрос заключался в том, как это интересно подать по-новому, как можно по-новому активизировать инициативу граждан принимать участие в благотворительности. И, собственно говоря, на этой почве мы призадумались, учитывая профиль деятельности нашего учреждения, это моделинг, культура, искусство, решили совместить два хороших дела, благотворительность и красоту. И вот, в общем, получился такой вот проект. Средства, которые мы сегодня соберем, они пойдут на реализацию медико-социальной службы Красного Креста Допомоги, которая занимается двумя подразделениями, можно сказать. Первое – это няня вместо мамы, это наши нянечки, которые работают при больницах с детками-сиротами, которые оказываются в учреждениях лечебных для того, чтобы помогать им, скажем так, скоротать эти дни лечебные, да, и быстрее выздороветь. И второе подразделение работы медико-социальной службы – это непосредственно работа с пожилым населением, одиноко проживающим, тяжелобольным, которым также нужен уход и помощь близкого человека.